Премудрость, глава 13. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а посчитали за богов правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, приняясь их красотою, они посчитали их за богов – то должны были бы познать, сколько лучше их Господь. Ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивляясь силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты и создания сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его. Потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они не извинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото, серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень, дело давней руки, или какой-либо древодел, вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и обделал красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, дерево кривое, сучковатое, взял, старательно округлил его на достуге и, с опытностью знатока обделав его, уподобил его образу человека, или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краской поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток и, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. Итак, что в произведении его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно себе само помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Молясь же перед ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить бездушному – и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее ступить, о прибытке, о ремесле о успехе Рух, рук совсем немогущее делать руками, о силе просит самое бессильное.